Беги же скорее, младенец, беги, не пытайся одеться. Убийцы седлают коней. Беги, не пытайся одеться, готовится Ирод к войне. В убежищах, данных убийцам, тебе не готовят приют. Лишь стоит тебе появиться, тебя по приказу убьют. Беги по следам Моисея, известшего древний народ. Костями весь путь тут усеян, погибло здесь 1600. На проповедь 30-летний выходит всемирный мессия, торгующий в храме под плети, ему угрожает насилием. Приказ из столицы размножен, схватить, изолировать в землю. И снова кинжалы из ножен к ладоням убийц прикипели. Уходит, прошел и сокрылся Раввуни, податель всех благ. Молва облетает на крыльях, его осуждает Пилат. Невинный, величество полное, Христос безответно поник. И черни кровавые волны безумствуют в крике «Распни!». Пустая гробница Исава, как спасшие цепи в тюрьме, и в целой вселенной Осанна Христу, победившему смерть. Бегите же, стражи, бегите! Трепещет тиран и дворец, оболганный вами убитый, воистину ожил, воскрес! Воскрес! Аллилуйя! Ликуйте! Он скоро вторично придет. Мы Пасху поем всечестную, в сердцах растопившую лед. 3 мая 1986 года.